Всем добрый день суток, представляю перед вами автомобиль, у нас всеми любимый Volkswagen Golf 2011 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 1.6 литра, на автоматической коробке передач всего лишь 3 владельца. У автомобиля свой родной пробег, отличное техническое состояние, красивый внешний вид, чистенький ухоженный салон и классная комплектация. Переместимся в салон автомобиля, вместе с вами все посмотрим. Могу, кстати, отсюда уже отметить, у нас с вами еще имеется омыватель фар, в туманках стоят светодиодные. Не лампочки, а уже сами туманки тут светодиодные, красиво сделано. Кстати, светит они ночью тоже замечательно. Сейчас просто еще день, как бы особо на асфальте не видно. Красиво литые колеса. Так, по салончику. Салончик у нас с вами тоже аккуратный, чистенький, ухоженный. Удобные, кстати, сиденья. Карта дверей тоже выглядит замечательно. Давайте переместимся вперед. Спереди у нас с вами такой же красивый стильный салон. Состояние сиденья отличное. Карта дверей, панель. Водительская дверь также выглядит замечательно. Теперь давайте рассмотрим комплектацию данного авто. Так, значит, в комплектации у нас с вами имеется 4 типа подъемника, центральный замок, регулировка и функция подогрев зеркал, управление световыми приборами. Дальше коробочка у нас с вами идет DSG, кнопка отключения стабилизации, ручник работает исправно. Здесь у нас с вами располагается двухзонный климат-контроль, подогревы передних сидений на 3 режима. Магнитолка у нас уже стоит на базе Android. В комплекте ключи с автозапуском от фирмы Шархан. И автомобильчик заведен, ровненько работает мотор. Ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег на автомобиле составляет 156 тысяч километров. Так что вот такой вот симпатичный Volkswagen Golf на ваших экранах. Машина в наличии у вас на столице. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если все устроит, машину сможете приобрести по системе Trade-in в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь и желаем хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.